Это я сейчас захожу в лифт. Так, со Светой. Ладно, сниму и Свету. Света, помаши Анечке ручкой. Анечка. Так, потолок здесь супер, какой красивый. Дима. О-о-о, это я постучала. 2 часа тебе звоню, чтобы не просыпались. Зеркало там. Что молчишь? Вставайте, мы на низ пошли это, кушать. Да, мы пошли кушать. Вставайте, умывайтесь, мне шкафчик вам надо. Да. Так, это мы выходим из лифта. И идем кушать в столовую. Это вот такой холл у нас. Здесь картины разные. Вот так. Я хотела повернуть направо, а Света пошла. Дальше. Ну, спустимся давай. Это мы вот идем по ступенькам. Света вообще тут со своим сыночком белого мира не видит. Так, это мы спускаемся, идем на завтрак. Вот такие ступенечки, все облицовано, все стерильное. Здравствуйте, все красивое. И я иду. Так, вот картина на стенах. Вот где я была, это я оставляю на память. Буду потом в долгие вечера просматривать, в зимние вечера. Вот здесь... Шторки, цветочки, здравствуйте. Цветочки, холл такой шикарный. Статуя свободы. Статуя свободы. Вот какая красота. Конечно, не лепнина, но сойдет. Да, ну как это при... Сталине была лепнина. Так, это выход, но мы идем в столовую. Вот заходим. Вот двери. Кто уже покушал? Здравствуйте, мальчики еще подойдут. Вот у нас столовая. Куда тебя все время налево тянет? Пойдем. Направо пойдем. Нет. А, я не хочу. А, там мест нет, да? Ну, давай. Слушай, у меня тут денег нет. Ну, давай. Так, это мы занимаем столик. Тут такие натюрморты. Смотри. Слушай, давай я посижу, а ты пойдешь наберешь. Хотите, возьмите ее сам. Не, не возьму. Так, все, пошли. Так, а теперь идем за Светой. Так, у нас здесь шведский стол. Так, что у нас сегодня? Вот шведский стол у нас. Что у нас сегодня на завтрак? Надо пофоткать в Инстаграм. Так, а я не ем сосиски. О, там вареники, что ли? Света лопает сосиски. Привычка. Ага. Набирайте, да. А здесь у нас каша манная. У меня Саша любит кашу манную. Так, кашу манную я уже насыпала. А здесь у нас салатики. И сметанки. Какие нервы. Вот незаботливая. О, это масло сливочное. Я обожаю масло сливочное. Так, а где у нас булочки? Вот у нас это булочки, заварочка. И кофе в корыце. И тент с кипяточком. А я возьму масло. По утрам надо кушать масло сливочное. Кусочек. Так,
а чай попью потом. А, да, вилку так и не взяла. Это вилочки и ложечки у нас. Рядом с Теном я беру вилочки. Так, и иду кушать. Вот такая кафешечка у нас. Супер. Вот, Света уже сидит, трескает. Ага. Так, быстро пошла, взяла сливочное масло. Обязательно, вот мы кушаем, Света, кушаем. Все, приятного аппетита.